Специалисты аварийно-спасательного формирования Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа провели выездную тренировку, в которой приняли участие сотрудники Управления МВД России по Одинцовскому округу, спасатели пожарно-спасательной части номер 244 МОС «Облпошспас», эксперты поисковой организации «Лиза Алерт». В ходе тренировки отрабатывались практические методы ориентирования в природной среде, навыки работы с координатами всех форматов для различных устройств навигации, а также организация совместного активного поиска людей.